24 августа 2013 года в столице Республики Беларусь, в городе Герой Минске, с выезда в эту прекрасную усадьбу Домелька вступает враг. Жук Павел Владимирович и Хамрина Екатерина Дмитриевна. Именем Республики Беларусь, Жук Павел Владимирович и Жук Екатерина Дмитриевна объявляется мужем и женой. You walk in. Yeah, it's been one of those kind of days where you just can't win. But if you need to take it out on me, baby, that's okay. Cause I'm here now and I'm all ears. You can say what you need to say.
день и каждый миг судьбу благодарю. За тебя, за то, что я в глаза твои смотрю. За улыбку нежных губ и море нежных слов. За твою любовь.